коробках стиральный порошок, средства для мытья посуды, мыло, шампуни и другие вещи, необходимые в быту каждому человеку. Все то, чем люди привыкли пользоваться ежедневно. Однако именно в этих, казалось бы, элементарных средствах сейчас нуждаются эвакуированные жители Донбасса. Им как никогда нужна помощь, как моральная, так и гуманитарная. Откликнулся на призыв депутат Госдумы от Мордовии Василий Пискарев. Помогать надо республике, помогать и этим людям. Поэтому мы при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия» сформировали гуманитарную помощь. Это около 5 тонн товаров первой необходимости, санитайзера, средства личной гигиены, ну и так далее, и так далее. Оставаться в стороне нельзя. Поддержка нужна сегодня, сейчас. Часть гуманитарного груза будет направлена в пункты временного размещения эвакуированных с Донбасса, а другая часть предназначена медицинским учреждениям Мордовии. Эпидситуация остается сложной, и им помощь также нужна. И это не последняя благотворительная акция. Инициаторы отметили, что по мере необходимости продолжат поставлять гуманитарную помощь нуждающимся. Ирина Суконкина, Народные новости.